А во дворе есть прекрасная елка, живая и настоящая. Давайте ее нарядим. Ура! Давайте! Только у нас игрушек нету, у нас наряжать нечем. Представить Новый год без елки практически невозможно. Сегодня она есть в каждом доме и остается одним из важнейших атрибутов праздника, наравне с салатом оливье, мандаринами и голубым огоньком по телевизору. Традиция украшать елку на Руси появилась в 19 веке. Тогда главным украшением новогоднего деревца были шишки, изделия из теста, восковые свечи, а еще фрукты и цветы. Но мода стремительно менялась, и со временем начали добавлять мишуру, гирлянды, появились пластиковые и стеклянные игрушки. Сейчас украшения могут быть любой формы и цвета. Вариантов тысячи. Елочные игрушки можно найти на чердаке, как сделали это герои мультфильма «Простоквашино», купить в магазине, заказать у дизайнеров или смастерить своими руками. Несколько видов красок, потом фурнитура металлическая у меня здесь. Здесь литье пластиковое, кружева. То есть, ну, это очень затейливые игрушки. За день я могу, ну, 3-4 часа, может быть, до 5 часов уделить на одну игрушку. Пластиковый шар, кусачки, ножницы и клеевой пистолет. С помощью этих инструментов и буквально всего, что попадется под руку, Татьяна Хмельницкая может сотворить настоящие елочные произведения искусства. Мы будем делать шар новогодний с мышью. Для этого я брелок мышиный разрезала на две части. Вот мы приклеиваем переднюю часть мыши. Лапы у нас все оказываются внутри, как будто бы главное хвост. И вот как будто наша мышь выглядывает из шарика. Добавляем веточки искусственной ели, маленький шар и желудь. Декор крепим на термоклей. Завершающий штрих – красный бант. Наносим маленькую капельку клея и приклеиваем. Сзади, да? Да, скорее всего, сзади. 5 минут и игрушка готова. Экспериментировать можно с любыми материалами. Если не любите пластиковые шары, на замену сгодятся шишки. Для этого нам от шарика, который я приклеила, осталось это вот верхушечка, шапочка, мы ее приклеиваем к шишке. Некоторое время тоже придержим. Буквально 3 минуты, и еще одна елочная игрушка готова. Если времени и материалов много, можно поэкспериментировать. Например, покрыть шар краской, нарисовать узоры или вылепить цветы из цемента. Украшения ручной работы сейчас в тренде, особенно из эко-материалов. Татьяна Балыкина, Игорь Сюткин. Утро нового дня.